сразу две секции. Это одна секция такая. Две. Ну, я имею в виду. Эти вот входят. Печать оставления вышли. Башни. Они как направляющие. Показывали в Штатах, ставил вертолет, шпиль куда-то, и не отцепился трос у него и упал. Ну ты посмотри, как четко, а? Ужас. Ты отцепился, пошел, да? Удивительно, да? Там какой-то автоматический отцеплятель у него. Не-не, показывали, мужик сидит прямо в кабине и отцепляет. Вот люки эти в середине, в шестерке-то были, я слышал. Ага. Сегодня заканчивается монтирование вышки телевидения в городе Перми. Вертолет, летающий кран Ми-10, стоит на том берегу Камы. Оттуда он собирает конструкции, которые впоследствии доставляет на эту вышку. Вот она, смотри, какая вышла снова. Я же там не видно секций. Там нет. Откуда ведется подскок. Вертолет Ми-10 на месте. Ведутся сварочные работы. А, вот вижу, есть секция одна. Видно, да? Красная, да. Все, Ми-10 начинает заводиться. Начинают вращаться винты, хвостовой деревянный, основной. Монстр начинает взлетать. Рисковые маячки работают. Вертолет чудо 20 века. Цепка прямо под редуктором у него. Все, схватил ее. Поднимает снежное облако. Какая мощь. Ребята подцепляют. Все, секция в воздухе. Вертолет Ми-10 приближается к вышке. Урал ТВ Информ. Почти закончено строительство. Красавчик.